Всем привет! Сегодня рассмотрим ремонт сварочного аппарата Сварог RealArc 250. Давайте снимем крышку и посмотрим, что у него внутри. Аппарат внутри достаточно пыльный, и у него диагностирован пробой IGBT транзисторов. Это уже сегодня второй аппарат, который я буду делать. До этого был точно такой же Сварог RealArc 250 с такой же проблемой, пробой IGBT транзисторов. И сейчас вы можете увидеть на фотографии, в каком состоянии он был внутри. Здесь я думаю, что ситуация будет примерно похожая, поэтому сейчас я начну разбирать аппарат и после чего схожу почищу его. Частично разобрал аппарат, сейчас схожу его продую и будем приступать к снятию IGBT транзисторов. Продул аппарат, теперь давайте будем снимать IGBT транзисторы. Снял IGBT транзисторы, в таком состоянии находятся радиаторы, и вот так вот выглядит плата в месте установки IGBT транзисторов. На верхнем плече, на самом ближнем транзисторе к радиатору, виден след пробоя вот в этом вот месте. Собственно, по этой причине транзисторы и выбило. Сейчас буду проверять обвязку транзисторов и будем менять их на новые. Проверяем обвязку. На первый взгляд вроде бы все живое. Сейчас нужно будет почистить от следов вот этого пробоя, от следов грязи. И в дальнейшем будем проверять уже обвязку осциллографом. Почистил плату, теперь она выглядит таким образом, и в дальнейшем уже можно с ней будет работать. Единственный момент, который еще предстоит устранить, это зачистить вот это вот место пробоя. Потому что остались следы нагара, нужно будет их вычистить. Все, нагар я убрал. И теперь можно будет подключать аппарат к сети и пробовать измерить осциллографом. Подключил аппарат к сети, включил осциллограф и давайте померяем, что происходит на затворах. Частота преобразования 37 кГц. Вот такая форма сигнала. Форма сигнала нормальная, на обоих плечах одинаковые импульсы, поэтому можно смело приступать к установке IGBT транзисторов. Аппарат пока отложим в сторону и будем работать с радиаторами IGBT транзисторов. На них все еще установлены сами транзисторы, и давайте проверим, сколько штук находится в пробитом состоянии. Значит, один транзистор живой, второй живой, третий в пробитом состоянии. Четвертый живой, пятый в пробитом состоянии и шестой в пробитом состоянии. То есть из шести транзисторов три остались живы, три в пробитом состоянии. Снять будем полностью все на новые. Приступаем к установке транзисторов на радиаторы. Транзисторы будем ставить в Toshiba.
50 GR22. Сначала нанесем термопасту и будем устанавливать на этот радиатор. Транзисторы здесь стоят 6 штук. По 3 транзистора в ключе. Аппарат работает по схемотехнике полумост. Мы установили одно плечо, это верхнее плечо, и сейчас сначала закрепим его, потом будем уже устанавливать сначала радиатор и на него закрепим уже транзисторы, потому что верхнее плечо транзисторы крепить к радиатору с установленным радиатором уже никак не представляется возможным, мешают конденсаторы входного фильтра, а к нижнему плечу доступ у нас свободен. Сразу откусим лишние выводы, чтобы они нам в дальнейшем не мешались. И будем устанавливать радиатор нижнего плеча. Теперь приступаем к установке транзисторов нижнего плеча. Транзисторы верхнего плеча мы установили, теперь также откусим лишние выводы транзистора и произведем пайку IGBT транзисторов. Произвели пайку транзисторов, теперь удалил следы флюса. С транзисторами мы закончили, теперь нужно приступать к испытанию аппарата. И давайте начнем с первого пробного пуска. Включаем аппарат через лампу. Аппарат запустился. Давайте померяем напряжение холостого хода. Напряжение холостого хода через лампу составляет 44 вольта. Сейчас я подключу нагрузку и попробуем погонять аппарат, проверив нагрев силовых компонентов. Но для начала необходимо будет установить сетевую вилку, потому что аппарат поступил вот в таком вот состоянии. Без сетевой вилки, и чтобы его нормально испытывать, нужно ее сначала будет поставить. Это я уже сделаю за кадром, и в дальнейшем будем приступать к испытанию. Тут подключил аппарат к нагрузке, и давайте попробуем погонять его. Ну, начнем с тока от 74 ампера, и поехали. Напряжение на дуге сейчас по осциллографу составляет 21 вольт и ток 74 ампера. На осциллографе сейчас можете видеть форму выходного сигнала на данном токе. Подождем несколько минут, посмотрим на нагрев силовых компонентов. Для тока 70 ампер достаточно,
меряю сейчас температуру радиаторов. Значит, HBT транзисторы 32 градуса. Нижнее плечо также 32 градуса. Выходные диодные сборки 34 градуса. Аппарат сейчас без крышки. И вентиляция его должным образом не осуществляется. Давайте где-то поставим ток в районе 130 ампер и также погоняем его несколько минут. Вот напряжение на дуге 25 вольт. Ток по клещам 120, почти 128 ампер, 127. Также погоняем несколько минут на такой нагрузке. Пока покажу значение напряжения. Смотреть необходимо усредненное значение, оно составляет 25 вольт. Не стал мерить вольтметром, потому что на некоторых образцах аппаратов вольтметр, вот китайский вольтметр, некорректно показывает импульсное напряжение. Постоянно какие-то скачки у него непонятные, поэтому показываю напряжение на осциллографе. Токовые клещи, если переключить их в режим замера по напряжению, показывают нормально. Достаточно. Замерим температуру на радиаторах. Температура на HBT транзистор составляет 44 градуса. Температура на выходных диодных сборках 50 градусов. И теперь давайте замерим максимальный ток этого аппарата. Теперь давайте попробуем, какой максимальный ток аппарат выдаст при максимальной установке сварочного тока в 250 ампер. Устанавливаем 250 ампер. Мы видим 232 ампера при напряжении в 30 вольт. А теперь самые страшные цифры. Одел токовые клещи на сетевой кабель. И давайте посмотрим на потребление из сети при максимальном токе. Устанавливаем 250 ампер. И мы видим цифру 57 ампер. Вы представляете, аппарат потребляет из сети 57 ампер. Для тех, кто не верит, что аппарат жрет из сети 57 ампер, думает, что у меня какие-то проблемы с токовыми клещами, покажу вот такую табличку. Она, конечно, уже затертая, но то, что нужно, здесь осталось. А именно вот эта строка, максимальный ток потребления сети. И он прописан здесь как 53 ампера, что, в принципе, близко с моими показаниями. Поэтому для тех, кто любит порезать рельсы вот такими аппаратами на 230-250 ампер, задумайтесь о вашей проводке. Сейчас будем покрывать плату защитным лаком. Лак я использую, кто еще не в курсе, пластик 71. Это вот такой акриловый защитный лак. Будем покрывать сейчас им замененные узлы и там, где мы чистили плату растворителем. С одной стороны мы покрыли, сейчас будем ждать, пока лак высохнет. И затем за кадром я покрою аппарат с другой стороны и затем уже покажу готовый результат. Далее нам останется его только собрать и проверить на сварку. Пока сохнет лак, давайте пробежимся по конструкции аппарата. По входу установлена клавиша включения. Далее идут два диодных моста на 1000 вольт 35 ампер каждый. Каждый диодный мост установлен на отдельном радиаторе. В входном фильтре стоят 4 конденсатора по 680 микрофарад 400 вольт. В силовой части инвертора используются HBT транзисторы 40N60 китайского производства в количестве 6 штук. Аппарат работает по схемотехнике полумост
и в плече стоят по 3 IGBT транзистора. Имеем силовой трансформатор тороидальной формы. За выпрямление сварочного тока отвечают 6 диодных сборок 25U20 по 25 ампер каждая сборка. Диодные сборки стоят на 2 радиаторах, по 3 на каждом радиаторе. Контроль выходного тока осуществляется 2 шунтами по 180 ампер. Выходной дроссель в аппарате отсутствует. Блок питания аппарата построен на отдельной микросхеме шим-контроллера и отдельном полевом транзисторе. Высоковольтная часть блока питания, а также сама микросхема, залита герметиком в целях предотвращения попадания пыли и влаги. Основная микросхема шим-контроллера – это SG3525. Закончил я покрытие лаком. Теперь аппарат выглядит вот таким образом. С одной стороны и с обратной стороны. На этом, в принципе, я заканчиваю свой ремонт. Мне остается лишь собрать аппарат и проверить его на сварку. Но сделаю я это уже за кадром. По стоимости ремонт составил 3900 рублей. По срокам это 2 рабочих дня. На этом у меня все. Спасибо за просмотр.